Главная причина – это экономия времени. Роман Небойгин решил заказать электронную услугу, находясь на работе, не теряя ни минуты на визит в офис. Также, по словам молодого человека, он сам подает документы. Еще один плюс – появилась возможность получить часть услуг бесплатно. Например, узнать информацию об интересующем вас объекте недвижимости, его характеристики, кадастровую стоимость, а также существующие обременения. Сокращаются и сроки оказания услуг в электронном виде. И это все было удобно через интернет, через Росреестр, как бы заказать выписку. Она в какое-то время, в короткий срок пришла, и как бы не отходя от места, я получил информацию, которая была мне нужна. Все инструкции, все, что надо, все есть. Я думаю, любой человек разберется в этом. Пользоваться электронными услугами Росреестра просто и удобно. Кроме того, это позволяет сэкономить время и быстро получить нужную информацию, исключив бумажный документооборот. На портале Росреестра доступны все услуги ведомства. Государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Как пример, одна из востребованных электронных услуг для населения. Гражданин сегодня, вступая в наследство, либо совершая нотариальную сделку, уже более идти никуда не должен. За него нотариус сам сформирует весь пакет в электронном виде и направит его в Росреестр. Гражданин, в свою очередь, лишь получит готовые документы в электронном виде, и все это займет не более 24 часов. Портал Росреестра содержит полный спектр электронных сервисов, которые позволяют пользователям отследить статус своей заявки, узнать справочную информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн, получить сведения из фонда данных государственной кадастровой оценки, ознакомиться со сведениями об объекте недвижимости на публичной кадастровой карте. Преимущества электронных услуг Росреестра очевидны. Елена Чернявская, Петр Паламеев. События.